Давайте пойдем дальше. Окей. Сейчас мы немножко поснимаем руки. Собственно, все разрывы основаны на одном основном принципе. Есть много разных разрывов, да? Есть такие ключи, такие разрывы под ключ. Разные варианты совершенно. Есть разрывы, когда мы на него садимся, но все основаны на такой идее. Мы переводим ситуацию, когда он может использовать мышцы спины для защиты. Не-не, сейчас вцепись в руку, может быть. Даже вот эту руку чуть убери, просто возьми себя за плечо, да? Вот, и подержись. Даже убери руку полностью. Не цепляйся ни за что, просто согни ее и сожми, да? Здесь он может использовать для того, чтобы контролировать руку, мышцы груди, мышцы спины, мышцы корпуса достаточно крупные. Я полностью вам анатомию не перечислю, но факт, что здесь он включает спину, подтягивая к себе локоть, опуская его, да, включает грудь, и как бы отсюда достать руку, держи сильно. Угу. Просто вот прижми локоть к себе, да. Отсюда достать руку, это как бы немного трудно. Я могу тащить его отсюда двумя руками, просто держи, да, и это будет достаточно сложно. Я хочу вот эту ситуацию, когда его рука смотрит от меня, переключить в ситуацию, когда вот эта часть, вот это предплечье, лежит на моей груди. Зачем? Смотрите, я сейчас разверну его руку, сделаю здесь такой прямой перпендикулярный угол, и усилие будет направлено в основном против небольших мышц, которые вращают плечо. Держи. И здесь разогнуть его руку достаточно легко. Даже если я сложу ее так, окей? Сейчас только не делай это сюда, да? Вот, сюда уведи, перпендикуляр. Здесь его вытащить достаточно просто. В отличие от ситуации, когда он приводит локти к себе. Окей? Здесь его вытащить тяжело. Потому что мышцы работают по-разному. Здесь работают крупные группы мышц, здесь мелкие. И мы вот эту ситуацию превратим вот в это. Давайте первое упражнение на разрыв. Смотрим. Простая ситуация, когда он просто сцепил руки. Так. Наверное, отдохни. Отдохни. Так. Ага. Кто-нибудь меня поассистирует, ребят? Давай, Миша. Отлично, спасибо. Так. Зацепи руки. Можешь за куртку. Посмотрите, что сейчас делаем. Сейчас не заморачивайтесь на тему верхней руки. Мы посмотрим, какие есть разрывы. Сейчас самый простой принцип. Первое. Забрали локоть и увели его с центральной линии к ребрам. То есть именно усилием вытащили. Окей? Второе. Залезаем под кисть и ловим его кисть локтевым сгибом. Окей? Поймали локтевым сгибом, приблизили приблизили свой бицепс к его кисти. Окей? То есть таким образом я сокращаю расстояние между своим корпусом и его предплечьем. Я не пытаюсь отсюда руками вытащить его руку. Этого не нужно делать, я не вытащу. Я сам к нему приближаюсь. И вытаскиваю на себя. Посмотрите, что я привел его руку вот в это перпендикулярное положение. Отсюда я разгибаю его так, чтобы приблизительно уже разогнуть под 90 градусов. И примерно здесь уже начинаю перехватываться в кисть. Забирать его руку кистями. Когда уже разогнул ее. Здесь обязательно нужно перехватиться. Потому что кистями вы чувствуете, как его рука вращается. Здесь вы все-таки не чувствуете поворота его кисти, он может убирать локоть. Когда вы отсюда перехватываетесь кистями, вы это уже чувствуете. Его локоть уже заблокирован на этой точке. Вы можете развернуть бедра и сделать одно из доделок. Даже если он сцепит руки в достаточно жестком захвате здесь, как только вы сможете забрать локоть, изнутри, вы сможете пробить вторую руку внутрь. Если вы не сможете забрать локоть изнутри, тоже все в порядке, есть разрывы для этого. Но как бы основное здесь, да? Вы сможете пробить вторую руку. Как только вы пробьете вторую руку, вы сможете зацепить его кисть. Возможно, если он сопротивляется, может быть, на это уйдет время, это не важно. У вас есть время, как останавливать его уходом, мы тоже чуть позже посмотрим. Забираете кисть. А, пока без этого, пардон. Я машинально сделал. Забираете кисть, вытаскиваете на себя, меняете базу, так, чтобы немножко его руку распрямить. Перехватываетесь в одну точку, обязательно не вот так. Я у некоторых вот такой захват вижу, это не совсем верно. Так тоже пойдет, но как бы расслабленность в мелочах, неточность в мелочах порождает неточность во всем. Это важный момент, всегда нужно вот эти мелочи отслеживать.
кисть на кисть, разворот, заблокировали дальнее плечо, можете сверху ставить ногу или блокировать его коленом. Видите, я вытащил колено вперед, как бы закрывая такой санкаку вокруг плеча, треугольник, таз или сторона. Окей? Давайте попробуем первый разрыв, просто как принцип. Следом, сейчас поотрабатываем, разберем еще несколько. Вы основную идею поняли? Да. Окей, раз, два, три.